Ира, я прошу прощения, мне все время неудобно. Вот неудобно, потому что вот приехал корреспондент, приехал журналист, приехал работать. Володь, но так... я сейчас думаю о том же самом, что я вот вроде как на работе, вроде даже как в эфире, я все равно на кухне. И поэтому мне очень нравится сюжет, вот, который у нас есть. А девушке, которая, в отличие от меня, умеет за себя постоять. И я просто настоятельно советую этот сюжет посмотреть товарищу Владимирову из Южно-Сахалинска. Он позвонил. Вот я думаю, что эта девушка ему понравится. Посмотрим. Я смотрю, ты сластена. Все девчонки боятся пополнить отмученного. Ты не боишься? Нет, этим я не страдаю. Каким ты представляешь себе своего будущего мужа? Я бы хотела, чтобы, конечно, он был добрым, внимательным. Самое главное, конечно, чтобы всегда помогал. Вот эта модель мне нравится. Для себя бы, конечно, что-нибудь изменила бы. Ну, например, сейчас в моде для молодых юбка укороченная. Теперь, по-моему, самое время представиться. Меня зовут Алла. А фамилия? Черстина. Мне вообще нравится боевой спорт. Хотела испытать себя, проверить, смогу ли я. Ты драчунья? Нет. Но за себя я всегда могла постоять. А вот приходилось? Я... Да, приходилось. В детстве, конечно. Вот. И смогла. Вот, и тем более мне еще больше стало тянуть вот на этот спорт. Некоторые считают, что если дзюдо занимаешься, значит, ты уже более грубеешь. Это совершенно не так. То же самое, что заниматься гимнастикой. Такое изящество, также гибкость, пластичность. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. Алла, у тебя парень есть? Нет. Да ты что? Странно. Почему странно? Между нами у нас посудная съемочная группа изменилась. Игорь Сергеевич, вот вы такой девушке бы в молодости осмелились бы жениться? Только в молодости. Сейчас уже нет. Володя, ну а вы... что ты там делаешь в одиночестве? Давай, нет, может быть... чай по-казахски. Я хотел бы сказать, что вот удивительная вещь. Есть умная, добрая, очаровательная, прекрасная девушка, а вот с личной жизнью что-то не получается. Может быть, она просто хозяйка, ну, не очень хорошая. Володя, я так чувствую, ты чаем хочешь. Да, я прошу прощения, я тоже пойду выпью чаю, а сейчас рекламная пауза. Сюда.